Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и мы продолжаем с вами проходить новую игру The Alan Cube. Ребята, не забываем, подписываемся на канал, пишем комментарии, обязательно ставим лайки, это очень важно для развития нашего канала. Ну а у нас 8 глава, правда, надеюсь, мы сейчас ее узнаем. Тихо. Что это за сооружение такое маленькое? Так, щупальца шевелятся большие, значит, это что-то живое. Да и это шевелится. Фух. Кто дышит? Это я дышу. Фу, ёлки-палки, это кто такой, блядь? Не убежал. Так, ладно, еще раз. Угу. Очень-очень обидно, что у меня нету никакого оружия. Хотя бы какой-нибудь отвертки несчастной. Я понимаю эту отвертку. Она находит. Может, как-то на цыпочках можно? Блять. Давайте на него хоть посмотрим.
Ебать, зверуга здоровая. Так, я на него посмотрел, все, больше не хочу. В принципе, а что страшного, я не понимаю. Ну, просто звук какой-то. Ну, просто подумаешь, там тело вообще не тело. Какое вообще, каким вообще должно быть воображение, чтобы такое можно было придумать? Чувак просто, который создал эту игру, это что-то с чем-то. Так, просто бегу вперед. Он где-то здесь. О, его нету. А вон он есть. Блин, да... Я опять упал. Или нет? А что такое? Ой. Где это я? Так, это место я узнаю. Да-да-да, я здесь был. Это похоже на ад. О-о-о, все, у меня, короче, глюки прям конкретные пошли. Я уже все. Уже думаю не как они, точнее, не как человек. Так, ну, там я был внизу, там ничего интересного не было. Блин, ну ладно, пойдем туда. Больше вариантов как бы нет. Так, там я был. И тут я был. И тут кто-то еще был. Опа-на, эта клетка закрыта была, я помню. Я точно это помню. Так, опять дневник члена ордена. Мы учимся справляться с видениями и различать то, что на самом деле видят наши глаза. Мы прибыли в огромное сооружение, которое, похоже, контролируется хранителями по приказу древних. Должно быть, это место находится... Это место, где находятся похищенные из нашего мира люди в ожидании страшного суда. Только те, в чьих жилах течет кровь древних, будут выбраны для окончательного перевоплощения. И только так они смогут стать частью их. Мы посвятили свою жизнь достижению этой цели. Мы будем избраны, и наши тела и умы объединятся с древними, став одним целым с ними. Нам просто нужно добраться до них и показать себя. Они смогут распознать кровь, которая течет в наших венах. Я не пойму одного. Вот чуваки хотят, пусть и идут. Нет, а чё? Мне это нахер не надо. Я у себя там дома жил, мне вообще четко было. Да не, это на людей вообще не похоже. Или похоже? Да, это похоже. Точнее, то, что они, от них осталось.
Так, а что это меня назад откинуло? Не понял. Нет, не назад. Или назад? Откуда я пришел? Отсюда. Так, быстрее, 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 там пропасть. Пока это что такое? Опа, ёкарный бабай. Это великий древний Так, Артур. Приди ко мне. Блин, но у меня вариантов больше нету, да? Ладно. Так, но это я. Это невозможно. Вот так вот, все это время я был в этой капсуле. How long have I been here? Как долго я здесь? What am I really? Кто я на самом деле? Чужой куб. Так, найдено пасхалок 0 из 8. Моя молодец. Так, создатели. Все, на этом игра закончена. Блин, ну страшно, страшно, очень страшно. Спасибо большое разработчикам за такой хоррор. Но я, блять, больше в них играть не буду. Всем пока-пока.